Омский частный театр впервые номинирован на «Золотую маску». Он называется «Нога» и играет во Дворце культуры «Химик». Сейчас жюри престижного театрального конкурса формирует афишу будущего фестиваля. Спектакли лучших коллективов страны пройдут в Москве с февраля по апрель 2017 года. 19 апреля жюри назовет лучших. Экспертный совет отсмотрел более 900 спектаклей в 130 городах. Свои постановки представят и сибиряки. Чем они собираются покорять жюри, знает Елизавета Васильевич. Омский государственный академический театр драмы не раз становился обладателем «Золотой маски». В этом году на победу сразу в 5 номинациях претендует спектакль «Мария» по пьесе Исаака Бабеля в постановке Георгия Цхверавы. Гражданская война, смена власти, голод – действия разворачиваются в первые годы революции в Петрограде. Оригинальность пьесы в ее пространственном решении. Артисты переместились в зрительный зал, а публика – на сцену. Критики высоко оценили работу Цхверавы. И теперь он поборется за звание лучшего режиссера с Львом Додиным и Генриеттой Яновской. А вот частный омский театр танца «Нога» номинирован на престижную национальную премию впервые. В этот раз за победу поборется спектакль «Файв», девиз которого «Пять вещей, которые ты должна знать о мужчине». Постановка попала в списки по двум номинациям «Современный танец» и «Работа хореографа». Особенно выделили художественного руководителя театра Ольгу Горобчук. А мечи заинтересовали жюри увлекательным рассказом о взаимоотношениях мужчин и женщин, воплощенным в танце. В состав номинантов из Сибири попал и музыкальный спектакль по мотивам сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» Томского театра «Скоморох». Здесь нет слов и лиц актеров, только музыка и куклы. Критики отметили визуальный ряд постановки. Тексты, воспроизведенные будто бы рукой самого классика. Эстетика сказки подчеркнута в мельчайших деталях. Постановка главного режиссера Сергея Иванникова претендует на победу в 3 номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника». Новосибирский театр «Старый дом» представит на фестивале спектакль «Снегурочка». Он стал участником конкурса в номинации «Эксперимент». Жанр постановки – фантастическая опера, созданная средствами визуального театра. Актеры воплотят на сцене образы 15 персонажей, 13 из которых лишены слов. Артисты будут играть на флейтах, скрипках и гармошках. Спектакль «Три сестры» Новосибирского театра «Красный факел» претендует на звание лучшего спектакля малой формы. Режиссер постановки скандально известный своим «Тангейзером» Тимофей Кулябин. «Три сестры» – это первая постановка с чеховскими лейтмотивами на русском жестовом языке в Российском академическом театре. Пьеса объединяет в себе и черную комедию, и триллер, и психологическую драму.